Перед нами комплекс спутников, который нам обеспечивает работу отечественной системы навигации ГЛОНАСС. По сравнению с американской GPS, возможности нашей системы они гораздо выше. Ну, во-первых, точность определения координат порядка 1 метра. У GPS они скромнее, от 3 до 5. Все услуги отечественной системы ГЛОНАСС представляются пользователям в неограниченном количестве и бесплатно. Это похоже, кстати, на персонажа фильма. Помните мультик «Валли»? Да, конечно. Это «Луноход-1», макет, который когда-то проходил испытания на Земле в Крыму. Значит, ну а его вот оригинал, он совершил мягкую посадку на Луне 17 ноября 1970 года. Его ресурс оказался выше заявленного раза в 2. Он прошелся по лунной поверхности порядка 10,5 километров, собрал массу информации, но, к сожалению, потом связь с ним была потеряна. Но через 40 лет он себя обнаружил, стал посылать сигналы. Конечно же, мы его видим. Ну, наверное, когда мы будем туда летать по челночной схеме, нам представится возможность отыскать его, ну, может быть, даже вернуть его на Землю. Это спутник «Гео-ИКА» для геологического зондирования Земли. С космоса человечество может более подробно и более эффективно изучать, значит, земные процессы, которые происходят на Земле. Ну, в частности, вот, значит, геологическое изучение Земли тоже с космоса. И, конечно, это вообще здорово, что их можно увидеть в натуральную величину, конечно, да. Потому что очень конечно. Сложно представить, как они выглядят на самом деле и каких... Они размеров. Ну, а вот это перед нами комплекс спутников, который нам обеспечивает спутниковую связь. Все достижения космоса, они имеют в первую очередь и военно-прикладное значение. Мы с вами знаем, специальные военные операции эффективно работают наши воздушно-космические силы, значит, ракетные войска и артиллерия. Все это управляется в основном, в общем-то, используя космические технологии.